Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса» 22 октября. Несколько минут назад, буквально в 8:30, появилась информация о том, что был взрыв в области. По предварительной информации, прилет по объекту энергетики. Как раз у меня минут 5 назад, наверное, буквально за несколько минут до того, как появилась информация о взрывах в области, как сказать, переподключился свет, то есть включился и выключился. Вот, судя по всему, действительно был прилет, поэтому случились такие своего рода перебои со светом. Но на данный момент свет есть. Очень много информации поступает о пролетах ракет, и помимо пусков ракет с авиацией, сообщают о том, что есть пуски ракет с акватории Черного моря. Есть информация о том, что в 8:11 появилась информация о том, что 8 ракет уже пересекли воздушное пространство Украины в районе Сумской области, летят в направлении центра Украины. Две ракеты в сторону запада Украины пустились с юга, сейчас летят над Молдавией в направлении западной Украины, примерно направление Ивано-Франковская область. Очень много фиксируют пролетов ракет уже очевидцы у нас в Одесской области. Видео есть в моем телеграм-канале, пролетает ракета. Вот, сообщают о взрывах в Черниговской области, ну и в нашей, в Одесской. Также есть информация об очередных пусках ракет. В 8:30 появилась информация о том, что ракеты уже летят в сторону Киева. Буквально в 8:34 сообщают о том, что ракета уже над Киевской областью пролетает. Очень тревожная обстановка. Всех прошу пройти в укрытие, в безопасное место. Я на связи, как информация какая-то будет обновляться, сразу буду сообщать. Судя по всему, очередная массированная ракетная атака по территории нашей страны. Будем надеяться на лучшее и, конечно же, на силы нашей противовоздушной обороны. Дай бог, чтобы все обошлось и было как можно меньше прилетов. До встречи, всем пока.